Это был Чай с Мелиссой. А я Тед Мосби. Здорово, народ, с вами Тед Мосби. Да, я уже повторяюсь. Это вторая часть немецких стримов. Что же за жесть творится у немцев? Вы даже себе не представляете. Я тоже. Поэтому давайте смотреть. Интересное начало. Он же по-любому знал. Он знал. Тут как бы яйцо, а там дальше женщина. Да. Ух ты, пухляш немецкий. Только любишь пиво с сосисками. Ничего необычного. У нас каждый стример такой. Каждый стример такой. Окей. А дальше желтый заголовок. Да, друг убил друга, или брат убил брата. Но это жестко. А если бы он еще это во время замеса сделал. Это жалкая пародия на меня умеет веселиться. Да, он немножко смахивает на меня, мне кажется. Только я посимпатичней. Ну, пожалуйста. Я до последнего думал, что он сейчас себе по пальцам жахнет. Это боль, когда ты протираешь стол, задеваешь в стакан и снова проливается то, что ты протер. Это неприятно, неприятно. Особенно, когда ты это делаешь пьяный. О, немцы, немцы. Ну ты тупой, господи. Ты даже, ты стрельнул туда. Я? Как он это сделал в реальном времени? Ну как? Ладно, я понимаю, на монтаже я его сделаю тогда. Здорово! Здорово! Подписывайтесь на канал. Пока haut einen Fünfer raus und sagt, er möchte Titten sehen jetzt. Mensch, da musst du noch mal eine Null dranhängen, du. Я так понимаю, парни хотят побыть в женском теле на стриме, да, чтобы к ним больше народу прикатило, да? Как это обычно действует. Красивая девушка сидит, да, на стриме, значит, у нее уже все. И есть аудитория, грубо говоря. Но их немного выдает. Их немного выдает их борода. Они слишком брутально выглядят. Ну и нет. Того самого. Это плохая идея. Это плохая идея. Она же сейчас подавится. Ну ладно. Немножко непредсказуемо, но тоже неплохо. Она обоссалась. Женщина обоссалась на стриме. В общем, на этом все, ребята. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Если вам нравится это шоу или не шоу, не знаю, как это назвать. В общем, поддерживайте лайком и пишите, как вам, что добавить, что изменить. С вами был Тед Мосби. Всем удачи и всем пока.